Привет, меня зовут Таня, и это канал «Атмосфера счастья». Сегодня очередная порция распаковок с маркетплейсов, и сегодня будет очень много идей подарков на предстоящие праздники, потому что у нас близится 23 февраля. Поэтому уберите мужей с экранов, от экрана, потому что будут классные идеи, которые предложил мне мой муж. И также покажу, что я ему подарю. Детей от экранов тоже желательно уберите. Я знаю, что меня многие смотрят семьями, поэтому если не хотите испортить сюрприз, то в принципе вот да, заранее предупреждаю, будут идеи подарков. Также на 8 марта я некоторые подарки вам, некоторые идеи тоже предложу. Но также у меня еще выйдет, ну, мне кажется, что где-то через неделю ролик с идеями подарков на 8 марта. Я покажу, что я буду дарить и что я себе заказала. Так что я думаю, что будет супер интересно. Поэтому не пропускайте мои ролики, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и все такое. А этот ролик я начну с супер полезной находки и начну с крючков. И начну, в принципе, с красоты. Скоро у меня выйдет ролик с покупками Fix Price. Тоже не пропустите, я вам там покажу новинки, которые появились в этом магазине, и там покажу как раз таки гирлянду, которую я специально приобрела, мармеладные зайчики такие красивые, разноцветные, я приобрела в детскую комнату на второй этаж в доме к девочкам, и там у нас всегда висят гирлянды, причем портативные, и они висят на вот таких мультифункциональных крючках, на самоклеящейся основе, они абсолютно незаметные, они маленькие, они прозрачные, пластиковые, легкие, отлично крепятся к сухой, гладкой поверхности. Крючки эти я заказывала еще в ноябре, и за это время они себя просто отличнейшим образом проявили. Отлично, они крепко держатся, функцию свою выполняют на 100%. Бюджетные, крутые, мультифункциональные. Можно их использовать не только для гирлянды, для кабеля, для каких-то проводков, которые у вас торчат, чтобы аккуратно все это прибрать. Имейте в виду, что вот есть такие вот прозрачные, абсолютно маленькие, незаметные крючочки. Следующая моя рекомендация, и то, что я периодически покупаю в течение уже где-то полутора лет, ну, как минимум раз, наверное, в два месяца я приобретаю себе, может, раз в три месяца, вот такие маффины протеиновые. В принципе, вот кто меня спрашивает, да, Таня, как же ты можешь без сладкого? Я абсолютно спокойно могу без сладкого, потому что иногда себе позволяю протеиновые десерты, они на основе белкового комплекса. Состав можете прочитать, я вам ссылку оставлю на эти маффины. Почему я их решила сейчас показать, потому что обычно они стоят 500-550 рублей, а тут я их заказала за 450 рублей, была большая скидка. Это необычные, конечно, маффины, не как обычные кексики, они суховатые, и с непривычки кому-то может не понравиться, но мне утром с кофе это просто нереально вкусно, и они не приторно сладкие, если вам не нравятся протеиновые различные батончики, потому что там очень много подсластителей, то здесь подсластителя по минимуму, и здесь практически идеальный состав и уменьшенное количество углеводов, здесь всего лишь 100 калорий на один маффин. А если вы прям обожаете тортики, различные пирожные, то я очень рекомендую попробовать. Кстати, можете где-нибудь в Магните, в Пятерке, да в любом магазине на пробу одну штучку приобрести, чтобы потом заказать большую упаковку, потому что большую упаковку заказать, конечно, получается намного выгоднее. Это десерт брауни. Я тоже уже несколько видов покупала. Ну, обычный классический брауни и есть с вишней. Оба вида тоже периодически заказываю уже несколько лет. На день рождения, на Новый год, на какие-то праздники вместо торта. Невероятно вкусный десерт. Здесь уже содержание белка поменьше, по-моему, 5 или 6 грамм на одну порцию, но тоже калорий мало, минимум углеводов, максимум клетчатки, и в принципе здесь тоже нет муки, в составе миндальная мука только, пшеничной я имею в виду муки нет. И также здесь, конечно, нет сахара. Тоже на основе протеинового комплекса. Так что фигуру бережем, девчонки. Скоро лето, скоро пляжный сезон. Уж на носу весна. Поэтому такие десерты на самом деле спасают. Если вы совсем не можете без сладкого, иногда вполне себе спокойно можно вот такого поесть. Без вреда для фигуры. А сейчас будут идеи подарков на 23 февраля вашим любимым, вашим мужчинам. Если что, я сразу предупреждаю, да, будет две идеи. Одна от меня, одна от Антона. Это его инициатива. Я надеюсь, вам будет полезно, потому что действительно шикарный будет подарок мужчинам. Во-первых, классическая идея, конечно же, шикарный, стильный, качественный, супер крутой набор для бритья.
Что вы думали? Конечно, это черный бритвенный станок Бритера, который идет в комплекте с креплением к стене, которое я вам сейчас обязательно покажу распаковку, потому что я была в таком восторге, когда я все это распаковывала, и, конечно, видела на Wildberries отзывы. И на самом деле это супер удачное приобретение, особенно учитывая стоимость невысокую этого набора. Он идет с силиконовым чехлом, который идеально брать с собой в дорогу. В комплекте идет настенный держатель, маленький, лаконичный, аккуратный, опять-таки для удобства хранения бритвенного станка. Ну и дизайн у него настолько классный, современный, лаконичный, мужской, такой строгий, впишется абсолютно в любой интерьер. И что мне еще понравилось, конечно же, это именно тактильное ощущение. Сам бритвенный станок, так же, как и чехол силиконовый, очень приятный, тактильный, его удобно держать в руках, он такой легкий. И также еще, конечно, качество бритья просто идеальное. Почему я об этом рассказываю? Потому что я себе тоже заказала бритвенный станок Бритера. На мой взгляд, это самое комфортное, самое гладкое, качественное, приятное бритье без раздражения. Даже кожа какая-то увлажненная остается, потому что здесь как у мужской линейки, так и у женской линейки есть широкая смазывающая полоска с маслом ши, жожоба, витамином Е, алоэ вера. Можно даже, я вот его использую, например, этот станок, даже без пены для бритья, даже без специальных каких-то гелей, и даже кожа остается увлажненная, супер-супер гладкая. И самое главное, это все гипоаллергенно, абсолютно никаких раздражений. Ну, настолько, на самом деле, просто такой кайф от бритья получаешь, поэтому я в восторге. Вот это мужской вариант, вот это женский вариант. Посмотрите, какое красивое оформление. Вот не то, что не стыдно дарить, вот за гордость на самом деле дарить такие классные подарки. Ну и себе, конечно, я вот, да, говорила, что женскую версию тоже заказала. Опять-таки силиконовый чехол. В женской версии все то же самое. Тоже 5 острых лезвий из нержавеющей стали с керамическим покрытием. Они супер острые. И вот эта широкая, опять-таки, полоска при контакте с водой, она образует такой классный увлажняющий гель, который обеспечивает идеальное скольжение. И действительно, не нужно даже никакой пены, ничем пользоваться дополнительно. Здесь вот по всему периметру невероятно красиво смотрится, очень лаконичный дизайн. Посмотрите, как круто смотрится. Ничего лишнего. Просто супер. Мечта минималиста, да? И я обязательно, конечно, оставлю ссылку. Вы перейдите, посмотрите, потому что там есть и другие наборы, других оттенков. Вот такая идея полезного, бюджетного и действительно крутого подарка на 23 февраля вашим мужчинам от меня. Ну а вторая идея от Антона. Она тоже бюджетная, учитывая огромные размеры, учитывая качество, учитывая функционал. Можно сказать, что это бюджетный набор, хотя, конечно, подороже, чем бритвенный станок выйдет, чем тот набор. Но у меня Антон так рекомендовал, он говорил: вот ты знаешь, Тань, набор бюджетный, но порекомендую, потому что он настолько универсальный. Это набор ручного инструмента в кейсе, 94 предмета, Дед Макар фирма называется. Это подарок не для юношей, не для мальчиков, которые там гвоздик прибить не могут. Это для мужчин подарок. Особенно автовладельцам, если и дома руки золотые у мужчины, может и дома что-то сделать, и в машине самостоятельно что-то там подкрутить, посмотреть. Так, все это убираю и показываю, как это, ну насколько круто все это выглядит. Посмотрите, здесь есть всевозможные инструменты. Антон говорил, что это про звездочку, что это набор, в котором есть звездочка, в котором есть еще какой-то ключ необычный, который может понадобиться в том числе. И он говорит, вот это универсальный набор, который идеально подойдет и для дома, и для машины. Все необходимые инструменты здесь есть. Посмотрите, как много здесь насадок, чего здесь только нет. И все супер тяжелое. Мне кажется, что пора мне уже все закрывать. Сам чемодан очень удобный, качественный. Посмотрите, компактный, такой узенький. Здесь металлические вот такие сверху замки. И еще здесь написано, что 12 месяцев гарантия. И что тут еще было? Материал хром ванади, то есть материал хороший, крепкий. Ну и поделитесь в комментариях, как вам такая идея подарка. Но, по крайней мере, мой муж сказал, что любой мужчина, у которого нет хорошего набора инструментов, точно обрадуется такому подарку. Я у него попрошу ссылку, обязательно оставлю, где он заказывал этот набор. И еще хочу поделиться очень классной идеей подарка на 8 марта, которая понравится любой девушке, любой женщине, которая ухаживает за собой, за своей кожей, за своим телом. Это, конечно же, моя любимая
любимейшая продукция Bodyness. Особенно вот это средство, это топ номер один просто средство в моей ванной комнате. Это скраб с васильком. Это антицеллюлитный скраб. Я этот скраб просто обожаю. Я его действительно могу назвать своим самым любимым скрабом. Потому что, во-первых, у него невероятно приятная отдушка. Пахнет настолько приятно луговыми травами, такими луговыми цветами. Во-вторых, консистенция этого скраба, она просто идеальная. Она не рассыпается в ванной комнате, она не собирается в комочек, когда ты распределяешь по коже, потому что он густой за счет добавления масел. Здесь есть и масло ши, масло виноградной косточки, масло оливы. Ну и, конечно же, потрясающее просто эстетическое наслаждение от использования этого скраба, когда ты наносишь на кожу, и ты видишь вот эти сухоцветы василька, которые есть в составе. Ну а если вы хотите прям такой беспроигрышное комбо, то, конечно, вот этот крем-баттер с плотной текстурой, который невероятно круто, во-первых, пахнет. У него аромат фантастически приятный. Это у меня аромат белой орхидеи. Ну а во-вторых, опять-таки, консистенция. То, как быстро она впитывается, не оставляя никакой жирной пленки. Просто кайф, на самом деле. Очень крутые средства. Так что обязательно ссылки будут тоже в описании. Пока на них скидка. Теперь эксклюзив. Для моих зрителей обратите внимание, что бренд Bodyness сейчас запустил свой закрытый клуб, который называется «Только для своих» в формате этой телеграм-канала. Только для участников этого закрытого клуба будут доступны секретные флеши распродажи, различные акции, конкурсы, кстати говоря, розыгрыши классных подарков. И самое крутое – это то, что сейчас как раз-таки в самое ближайшее время для участников этого закрытого клуба планируется флеш-распродажа, где бренд будет некоторые позиции свои выставлять и продавать по бешеным скидкам до 50%. Поэтому, чтобы быть начеку, чтобы не пропустить все самые вкусненькие предложения, все распродажи, вступайте в этот закрытый клуб, кидайте заявку, я обязательно оставлю ссылку внизу в описании в инфобоксе. Теперь очередная порция моих супер полезных и очень крутых, проверенных временем находок в детской комнате, то, что я еще вам не показывала. Покажу вам в этом ролике тоже как минимум две позиции. Про этот коврик меня не спрашивали, но я все равно решила его показать, потому что потрясающий коврики. Я уже за свою жизнь, у меня двое детей, поэтому такие детские коврики несколько раз покупала, но вот эти коврики самые классные по качеству, самые крепкие, самые стильные, самые приятные глазу, потому что посмотрите, какие приятные здесь оттенки. И я заказала два набора, я вам обязательно тоже ссылку оставлю, потому что если у вас есть маленькие дети, если у вас холодный пол, если дети начинают ползать, постоянно где-то сидеть на полу и играть, это идеально вариант, потому что даже если что-то прольется мимо, у детей это часто бывает, если они там даже голопопят, ползают, очень легко убирать вот этот коврик, легко его обслуживать, мыть и так далее. Это у меня коврик пазл напольный 90-90 сантиметра, каждый размер здесь элемента 30 на 30 сантиметров, толщина 1 сантиметр и всего в наборе их 9 штук. Я сразу приобрела два вот таких набора, и на самом деле это тут даже более взрослому ребенку и прыгать, и спортом заниматься, что-то там танцевать. Идеальный просто вариант. Посмотрите, ну красота же. Я приобрела специально эти два набора на второй этаж девочкам, чтобы им там было мягко сидеть, чтобы они там и полежать могли. Так что, если вы искали крутой, качественный, проверенный коврик, пазл в детскую комнату, этот вариант очень рекомендую. Оттенки там были и другие. И мальчикам в комнату есть, там серый, по-моему, с синим, и другие варианты. В общем, ссылку оставлю, вы там посмотрите. И на самом деле, вот эти коврики, они настолько универсальны тем, что их можно собирать любого размера. Можно узенькую дорожку сделать, можно вообще всю комнату, в принципе, да, обложить, потому что они легко собираются, и вы абсолютно любую форму можете им придавать. В любой угол можно положить и любую форму подобрать. Просто супер, на самом деле, находка. Так что берите на заметку. А вот это то, на что просили ссылку. Обязательно оставлю под этим роликом ссылку на наш мат. Он потрясающий, опять-таки, и по качеству, и по дизайну светло-серого цвета. Здесь кожзаменитель качественный. Пока у нас он просто, вот, знаете, он так жестко эксплуатируется, очень активно эксплуатируется моими детьми. У меня две девочки, и каждый день вообще чего только уж не видел вот этот мат, но он выглядит пока до сих пор как новый. Он легко разбирается, легко собирается, но практически всегда он у нас лежит на полу, потому что шведская стенка
тоже используется активно. На шведскую стенку у меня был обзор, если тоже, опять-таки, очень часто задают мне вопрос, что за шведская стенка, ссылку просят. Я вам оставлю здесь ролик, или вот здесь вот ссылка вылезет. Посмотрите ролик с обзором, вот там я показывала очень подробно. Крутая шведская стенка, я ее покупала на Яндекс.Маркете, если я не ошибаюсь, ссылку оставлю. Наполнитель здесь хороший, он внутри не крошится пока, но вот несколько месяцев мы пока его активно эксплуатируем. И также мне еще толщина здесь, конечно, нравится, потому что я выбирала мат толстый, потому что маты разные бывают. Обязательно смотрите, чтобы по толщине они, конечно, не тоненькие были. И, кстати, да, это очень важный момент, на мой взгляд. Если вдруг приобретаете шведскую стенку, родители, пожалуйста, покупайте сразу мат детям, чтобы это было действительно безопасно. Потому что дети и спрыгивают, и случайно упасть могут, особенно если маленькие дети. Так что мат – это на самом деле инвестиция в здоровье и безопасность ваших детей. Имейте в виду. Теперь уберите детей от экрана, я вам буду некоторые идеи подарков показывать, для того, чтобы сюрприз не испортить. Короче говоря, сейчас на Озон вот это яйцо стоит 1900 рублей. Я его покупала неделю назад, или ну, где-то дней 5 назад заказывала за 2100 рублей еще. Сейчас вообще, вот я посмотрела, зашла, 1900 стоит. Поэтому, если вы мечтали, либо ваш ребенок мечтал о таком яйце, пока еще, если есть эта распродажа, прям бегом заказывайте на Озоне, потому что в детском мире точно такое же яйцо, да и во всех других маркетплейсах, стоит около 5000 рублей. 4-4,5-5. А кто там, кому не стоит, стыдно, и за 6, и за 7 продают, поэтому этот 100% оригинал, потому что там было супер много отзывов, и прежде чем выбрать, кстати, почему вообще история этого яйца, это вообще душераздирающая история про мою старшую дочку Соню. Она собиралась на день рождения к своей подружке, ее пригласили, и мы с ней выбирали подарок на Озон. Я увидела, что там на распродаже как раз-таки за 2500 рублей есть вот это яйцо, и Соня говорит, да, это будет такой крутой подарок, она так обрадуется, давай закажем. Заказали в подарок подружке на день рождения. Это яйцо пришло, и когда у меня Соня увидела это яйцо, эти размеры, а мы-то выбирали еще, мы же смотрели распаковку, а здесь более 30 сюрпризов, девочки, чтобы вы понимали, девочки и мальчики. Здесь помимо вот этого плюшевой игрушки, она какая-то тоже там супер необычная, здесь еще есть 30 аксессуаров, здесь чего только нет, и какая-то прядка, и ободочки, и также еще маленькие фигурки. И потом она оказывается, бабушке сказала, она была у бабушки, оставалась на день, и она сказала, что она не хочет идти на день рождения. Оказалось, что она не хочет идти на день рождения, потому что ей очень не хочется дарить такую классную игрушку, хочется оставить себе, представляете? И бабушка, моя свекровь, ей сказала, да Соня, ну что ты, давай я тебе на 8 марта подарю. И вот она меня попросила заказать, и я заказала Соне вот на 8 марта, у меня свекровь подарит это яйцо желанное, так что, девчонки, вот это та самая игрушка, которая никого не оставит равнодушным. Даже сам процесс распаковки, даже само оформление. Посмотрите, насколько круто выглядит. Это бренд Zuru. Также еще свекровь попросила что-то подобное купить Сашуле, чтобы Саша сама выбрала. Но когда я Саше показала, ну, короче, показала вот обзор этой игрушки, а Сашуле 5 лет, Сонечке 8 лет, и потом показала ей различных поняшек, она говорит, нет, мам, я хочу пони, я не хочу такую мягкую игрушку. Она обожает пони и единорогов. И когда я ей показала вот такую игрушку, это тоже оригинальная продукция, оригинальная игрушка, она увидела, у нее глаза загорелись, она говорит, я хочу такую. Я говорю, тебе не будет обидно, что у Сони огромное яйцо, у тебя маленькое вот такое вот круглое типа яйцо-шар. Это что-то наподобие кукол Лол, но, знаете, это Лол в мире единорогов. Лол в мире пони. Тоже здесь идет поняшка с аксессуарами, сюрприз. Любая поняшка здесь может попасться. Ты не знаешь, и повторки могут попасться. И я Сашеньке говорю, Саш, давай тогда тебе
две штучки сразу закажем. И если вдруг вас заинтересует вот эта игрушка, я вам вставлю, какие там игрушки попадаются внутри. На самом деле отзывы просто шикарные. На эти наборы обязательно переходите, тоже заказывайте, ссылку я вам оставлю, потому что сейчас по супер тоже какой-то скидке, по супер акции эти яйца, эти шары стоят 450 рублей. Хотя обычные у них ценник, я же их мониторю, они у меня всегда в избранном, ну 600 рублей, 700 рублей, когда как бывает. Вот, но сейчас самая низкая цена, я купила на Яндекс.Маркете, купила, вот заказала две штуки от свекрови, получается где-то там, да, на 900 рублей, а потом думаю, почему только два заказала, потом же еще понадобится еще один, сейчас вот заказала, еще у меня заказ идет, поэтому если еще есть наличие, ссылку вам оставлю, обязательно тоже заказывайте, это крутые игрушки. Вот, это Сашуля, она сама это просила, в общем, а то, что я подарю именно 8 марта, я покажу в следующем ролике. Ну и здесь еще также небольшая часть будет, потому что это то, что Сонечка сама просила на 8 марта. Вот такие вот варежки, которые опять-таки Соня сама выбрала. И стоят эти перчатки всего лишь 240 рублей. Я их заказала на Валберес. Только вот сейчас забрала с пункта выдачи. И сейчас раскроем вместе с вами, посмотрим, что за лапки, которые с ума сводят всех детишек. Внутри пакета был еще один пакет. Слушайте, тут перчатки-то какие большие. И еще что-то там мне... Представляете, за такую стоимость продавец положил еще и вот такой вот значок прикольный с медвежонком. Это всегда приятно, да, мелочи, но приятно. Веревочка. И давайте надену я эти перчатки, и мы с вами посмотрим, как их надевать-то. Вообще влезут, мне даже влезли. Ой, они какие прикольные. Я в отзывах, кстати, смотрела, что кто-то вместо варежек своим детям покупает, и в качестве подарка детям, это, поверьте мне, это любому тоже, мне кажется, ребенку понравится, особенно девчонкам. Посмотрите отзывы, вы тоже ссылку оставлю, там цвета разные, серого цвета есть, еще какие-то были другие цвета. Сонечка сама вот черный захотела, да, чуть-чуть линяет, но вы знаете, он, конечно, это искусственный мех, но все равно эти перчатки, они такие тепленькие, мягкие, внутри они комфортные, даже взрослым подойдут, но я бы такие тоже носила, кстати, прикольно. Напишите в комментариях, как вам, но мне кажется, что это тоже классный подарок. А вот эта тема просто вау, вы знаете, я на Валберес наткнулась на магазин, который продает журналы, всякие различные наборы, там все журналы есть, начинают все звезды, помните, в моем детстве были вот эти журналы с постерами, вот различные, все-все-все журналы старых еще тех лет продаются, и более такие современные журналы, которых в продаже уже нет, тоже продаются там, и в наличии некоторых уже наборов, кстати говоря, из My Little Pony линейки не было, я их купила наборами по 2 штуки они продавались, и один набор стоил в среднем 250 рублей, 230-250 рублей, представляете? И в комплекте в каждом наборе идут два журнала, красочные, классные, настоящие вот эти журналы My Little Pony, которые в пятерочках за один набор лежат по 300 рублей. И мы эти журналы открываем каждую неделю с девочками. Здесь вот такие вот обалдительные журналы, они красочные, они классные, в середине каждого журнала здесь идут постеры, здесь есть вырезалки, различные комиксы. У меня девочки обожают просто их читать, и раскраски здесь есть, и чего только нет, на самом деле супер интересные журналы. Например, вот такой плакат, например, вот такой. А я вам принесла показать то, что девочкам попадалось некоторые игрушки, посмотрите какие, даже фигурка Zip попадалась. Потом я следующий журнал, у меня Соня просила аксессуары Zip, и у нее здесь и скейт есть, и сапожки, ну в общем посмотрите, сколько здесь всего классного, микрофон, помада, ластик. Теперь декоративная косметика. Поделюсь с вами своими секретами, которыми я на самом деле с вами уже делилась. Просто у меня, видимо, есть и новые зрители, возможно, каждые ролики мои не смотрят. И под каждым роликом у меня спрашивают: Таня, чем я крашусь, покажи свой макияж. Действительно, вот если зайти под каждый ролик, мне всегда пишут: сними ролик про макияж. Особо снимать мне нечего, у меня ничего не изменилось. И просто то, что я постоянно покупаю, это хорошая косметика, проверенная.
созданная мной, которая мне нравится и которая, ну, я себе нравлюсь, когда я наношу эту косметику. Кто-то мне пишет, что, ну, у тебя там тонна штукатурки. На самом деле я заметила, что с возрастом, с каждым годом косметики, слой косметики становится все тоньше, тоньше, тоньше. Текстуры становятся все легче и легче, потому что когда у тебя первые морщинки проявляются, когда у тебя первые признаки старения, и ты наносишь плотную тональную основу, какие-то плотные, даже пудру плотную наносишь, это все на самом деле подчеркивается. И в морщинки это все западает, это все застывает. И на самом деле эффект вот такого грима, эффект мне этот абсолютно не нравится. Поэтому вся косметика, которой я пользуюсь, я принесла сейчас не все, конечно, показать, а только все новое, то, что я недавно заказывала. Иногда я даже могу воспользоваться только увлажняющей базой со светоотражающей частичками и с ухаживающими компонентами от бренда Шик. И эту базу я вам сейчас покажу, как я ее наношу и использую. Я покупаю уже в третий раз. Я ее как открыла для себя год назад, наверное, так я эту увлажняющую базу и покупаю. На самом деле она просто выравнивает рельеф кожи. За счет того, что делает легкий блюр эффект и за счет светоотражения, преломления как раз таки света, который попадает на лицо, пустоты чуть-чуть как бы заполняются, морщинки заполняются чисто визуально. И эффект создается действительно такой уже ухоженной, красивой, более ровной, сияющей кожи. И я даже вот просто в обычный день я могу просто даже увлажняющую базу нанести и все. Если мне хочется чуть-чуть какого-то хотя бы покрытия, но чтобы опять-таки лицо было не перегружено, я очень люблю использовать CC-крем от Herborian. Мне очень нравится, как круто подстраивается под тон кожи вот этот оттенок Клео у меня. Светлый тон, ну такой даже не светлый, наверное, более средний, потому что я сама по себе никогда очень бледная не бываю. На мой взгляд, этот CC-крем подойдет идеально именно для возрастной кожи, чтобы не подчеркнуть возрастные проявления на коже и чтобы наоборот их чуть-чуть заблюрить, потому что эффект такой именно заблюренной кожи, холеной кожи действительно образуется. Но если есть какие-то несовершенства на коже, если есть пигментация, если есть акне, абсолютно, конечно, ничего не скроет, но у него и задачи такой на самом деле нет. Это корректоры, какие-то консилеры, что-то подобное нужно использовать. А этот крем делает просто улучшенную версию вашей кожи, более ухоженную версию. А я такой эффект как раз-таки и люблю, и я уже очень... И мне кажется, что как минимум 3 или 4 года я абсолютно не пользуюсь плотными тональными основами, только что-то супер легкое, супер флюидное, без плотного покрытия. И то же самое я хочу сказать про мои пудры. У меня уже в моем арсенале давно нет плотных пудр с плотным покрытием, тем более с матовым финишем. Я всегда за сияние, за сатин, за сатиновый, я имею в виду вот этот эффект. И мои самые любимые пудры на свете — это пудра Шик. Каждый раз, когда эта пудра у меня заканчивается, я себе покупаю тон медиум, потому что он мне идеально подходит на мою чуть-чуть как бы смуглую кожу. Для девочек с очень светлой кожей тон медиум не подойдет, потому что мне кажется, что он и сам по себе медиум, да, и во-вторых, мне кажется, что он чуть-чуть, но окисляется. Именно вот этот тон, но насколько же у него приятная шелковистая текстура. То, что в нем в составе нет талика, меня это вообще абсолютно не волнует, потому что к талику у меня ровное отношение, но то, что эта пудра делает с лицом, опять-таки тот же самый эффект фотошопа, заблюренное лицо, очень легкое покрытие. Здесь ты даже, если нанесешь два слоя этой пудры, ты никогда даже вблизи не поймешь, что там нанесено, не нанесено. Настолько это незаметное покрытие. И опять-таки, за счет того, что, конечно, очень легкое покрытие, плюс еще я еле-еле касаюсь кисточкой этой пудры. А это, кстати говоря, запеченная пудра. А запеченные пудры всю жизнь — это мои самые любимые вообще пудры. Раньше я любила пудру Пупа, когда я была помоложе, потому что пудра Пупа
крупа, тоже запеченная, тоже с блюр эффектом, она очень плотная, вот ее заметно на коже. А это просто люкс качества. Обожаю, обожаю эту пудру. И так как я ее обожаю, обожаю, и я вижу, что она чуть-чуть окисляется, я решила для зоны высветления под глаза, на лоб, на нос, подбородок и так далее, заказать светлую пудру в оттенке Light. Это, естественно, тоже пудра Шик, и изготовлена эта пудра в Италии. На самом деле, это те же самые, в принципе, характеристики, просто эта пудра намного светлее, она просто очень-очень светлая, и для, ну, как бы на все лицо я не могу ее, например, использовать, потому что, посмотрите, для меня она прям как побелка. А сейчас я вам покажу сводчик, например, медиум. Вот это оттенок медиум. Видите, на безымянном пальце его даже незаметно, он реально сливается с тоном кожи. И как раз таки с помощью этих двух пудр очень тоненьким слоем я их наношу. Светлую как раз таки на зону высветления, как я говорила. Эту на периферию лица, вот этот оттенок медиум. И потом еще чуть-чуть даже могу бронзером пройтись, потом румяна добавить тоже. Самое главное, очень-очень деликатно тоненьким слоем. И как раз таки вот эти все тонкие слои, эти легкие текстуры дают вот такой ухоженный вид, когда нет эффекта маски на лице. Каждый раз сажусь снимать и говорю себе, вот Тань, сегодня сними короткий ролик, покороче, покороче, чтобы досмотрели до конца. Нет, вот опять я чувствую, что у меня ролик будет на 40 минут. Ну и наконец-то, вы не поверите, это все. Я на этом буду закругляться и заканчивать этот ролик. Я надеюсь, что вы приятно провели со мной время. Обязательно делитесь в комментариях, что вам понравилось, что вас заинтересовало, что будете дарить своим любимым мужчинам на 23 февраля, ну, может, не любимым, может, начальнику, может, там еще кому-то, не обязательно же все любимым, да, будут дарить. В общем, делитесь вашими идеями подарков на 23 февраля, делитесь в комментариях, как вам наши идеи подарков на 23 февраля. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за то, что вы так долго со мной, конкретно в этом ролике и, в принципе, по жизни, что вы подписаны на мой канал, что вы смотрите мои ролики, комментируйте, ставите лайки. Я знаю, что очень-очень многие мои зрители смотрят каждый мой ролик, потому что у меня есть своя статистика канала, я вижу, что у меня есть постоянные зрители. Спасибо вам огромное за вашу отдачу, за ваш энергообмен, за ваши приятные слова, за ваши слова поддержки. И у меня прошел день рождения, и такое количество я получила поздравлений во всех своих социальных сетях, ВКонтакте, в Телеграм и на Ютуб конкретно, вот на трех площадках. И это такое огромное счастье, это такое огромное мое чувство благодарности вам, что вы у меня есть, и мы друг другу помогаем, мы вместе друг с другом растем, мы вместе уже живем много-много лет, кто-то на меня подписан с самого начала, и у меня аж слезы даже подступают, понимаете? На самом деле это так круто, это не просто мой заработок, это работа, которая доставляет мне радость, удовольствие, общение, какое-то свое расширение, развитие, рост и профессиональный рост, и свой личностный рост. Я вообще просто в шоке, что творится со мной. Я имею в виду, вот последние годы я так счастлива, я так рада, что у меня есть мой YouTube-канал, я так рада, что у меня есть мои зрители, я просто обожаю все, что происходит, и я очень-очень благодарна каждому зрителю, кто смотрит мои ролики, кто комментирует, кто лайки ставит, да, кто даже просто смотрит, и это настолько круто, я же прекрасно осознаю, например, как я трачу свое время, потому что время действительно это очень ценный ресурс. А вы свое время дарите мне, вы проводите свое время мне, вы выбираете мою компанию, вы выбираете мое общество. И это, боже, блин, это вот я говорю сейчас, и у меня реально мурашки. Это же настолько классно, когда столько людей, когда тысячи, десятки тысяч людей хотят провести время вместе со мной, просто посидеть, пообщаться, посмотреть мои ролики. Я очень-очень вам благодарна. Спасибо вам огромное, что вы у меня есть. Давайте будем полезными друг другу, будем вместе развиваться, будем вместе расти, будем вместе узнавать что-то новое и улучшать себя. И на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Пока-пока. До новых встреч в моих новых роликах.